Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. И сразу расскажем, какая погода нас ожидает сегодня. Сегодня в Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4, плюс 1. Местами 4-9 мороза. Днем плюс 3, плюс 8. Местами до плюс 13. Ночью на дорогах гололедица. Черкесске без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, минус 2. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 8. Наш сегодняшний гость – всесторонне развитая личность. Он именной стипендиат, молодой ученый, перспективный энергетик, победитель многих всероссийских конкурсов. На данный момент он артист балета государственного ансамбля «Эльбрус». Магомед Каитов также активно занимается научно-исследовательской деятельностью и общественной работой. Обо всем этом, а также о создании своего хореографического ансамбля в эти минуты в нашей студии Магомед расскажет моей соведущей Бели Джазаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Магомед. Доброе утро, Белла. Благодарю тебя за то, что ты нашел время и пришел сегодня к нам в гости. Несмотря на то, что мы с тобой встречаемся впервые, я о тебе наслышана. И ты знаешь, наверное, твой послужной список, он не войдет в наши рамки, в нашей программы. Просто потому что ты и именной стипендиат, и молодой ученый, и перспективный энергетик, и творческая личность, и научной деятельностью ты занимаешься, и хореографией занимаешься. Но на данный момент ты солист ансамбля, известного нашего ансамбля, государственного ансамбля «Эльбрус», еще и кинжалист. Да, да, все именно. Ну и кем ты себя сейчас считаешь, вот в свои 22 года? Честно говоря, конкретно выделить конкретную область, да, говорит, я или хореограф, или артист, или ученый, очень сложно. Почему? Потому что это все тесно переплетено между собой. И, наверное, без какой-либо из этих составляющих я, наверное, себя просто не представляю. Угу. Я, скорее всего, все вместе в совокупности. Скажи, пожалуйста, а как тебе удается все это совмещать? Это из таких разных сфер деятельности? Знаете, будь то наука, будь то искусство, это все творчество. Да, одним словом. А творчество, оно многогранно. И вот это многогранное творчество дал Всевышний познать мне в это русле двигаться. И, возможно, вот этот вот энтузиазм, который был заложен, да, и от родителей посыл такой, вот это все как-то позволяет двигаться вперед и изучать и то, и это, и совершенствоваться и там, и здесь. Насколько я знаю, ты и создавал, и у тебя есть свой ансамбль танца. Да, год тому назад мной был создан ансамбль народного танца «Барс» в городе Ставрополе, который на сегодняшний день находится на балансе Ставропольского государственного аграрного университета. Собственно говоря, где я и занимаюсь наукой, да, где и подготавливаю материалы для будущей кандидатской диссертации на сегодняшний день. Вот. Ансамбль на сегодняшний день уже исчисляется 40 артистами, 40 танцорами. Среди них как уже более профессиональные танцоры, как и совсем новички. Вот. И даст Бог, у нас есть очень большие планы, очень большие такие намерения на будущее, которые мы с большой радостью, конечно, бы реализовали, только пандемия. Угу. Весь мир, к большому сожалению, в это погрузился. Сейчас да, да, да. Вот эти вот сложности. А так мы не теряем надежды, мы все равно готовимся, планируем. И, даст Бог, начнем покорять сцены. Магомед, я в начале нашего разговора хотела тебя спросить, в какую сторону ты будешь двигаться? Творчество, научная деятельность, общественная деятельность? Но я поняла, что ты будешь совмещать все. И мне остается пожелать тебе вот в начале твоего пути, в начале твоей карьеры, ну, успеха огромного. Спасибо. Спасибо. Большое, спасибо. Спасибо. Удачи и спасибо, что был гостем нашей программы. Благодарю тебя. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Ну а наш информационный эфир продолжит вещание на черкесском языке в 9 часов. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. ОНС «Байсад». Мы не стремимся к экологичности. Мы ее определяем. ОНС «Байсад». Проверено. Экологически чистый продукт. Скидки? До 80%? Да.
Распродажа в 585 золотой. Украшение со скидкой до 80%. Надо брать 585 золотой. Дарите эмоции. Биберленд. Миру сыр. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк.